Блин, он тоже куда нам нужно. Ну, жопа. Замок. На харде, наверное, спит он мало. Всем привет, сегодня мы продолжаем играть в Granny TV. Как видите, шутки кончились. Сегодня проходим на харде с бабкой и дедом. Ну, без смысла. Я не проходил. Это будет жестко. Прикол-то в том, если мы вначале не получим рогатку или дробаш, мы не сможем спуститься в метро и агрить туда деда и бабку. Но у меня есть идеи, в принципе. Я не знаю, что мне делать. Если они сейчас сюда пойдут, то будет нехорошо. Интересно, они меня так заметят, если они сюда пойдут, и я здесь буду стоять. Ну, наверное, заметят. Да ну тебя, дед. Нам кранты. Закрывай собой. Он идет. Где этот старикашка? Ушел. Он на харде вообще не может. Скажу вам так. А еще они быстрее меня чуть-чуть. Что убежать от них уже сложнее. Я видел, кто-то эту игру на экстриме проходил. Я вообще ничего не понял, если честно. Сразу слили первый день. Я еще ничего не нашел, не считая отмычки. Я не знаю, что мне делать. Вот так они у меня увидят, да? Где-то они шлепают. Интересно, где они вообще спавнятся? Сразу спалил. Да ну тебя, дед. Все, я сижу смирно. Не убивайте меня. Я гражданин нормальный. Не психую. Такого смеха я еще не слыхал. Я просто смотрю, чтобы он в метро не ушел. Блин, ну что, я даже из подвала выбраться не могу. Мне не то чтобы стрёмно, мне даже не вылезти, даже если не бояться, они меня все время замечают. Эти крысятины. Дед пошел спать. Это мой шанс. На харде, наверное, спит он мало. Патрон один, не буду лучше стрелять.
оставлю на потом. Давайте подождем, пока он проснется, для безопасности. Обследуем как раз комнатку. Все, пошел наш дедуся. А дробаша-то и нет. Жизнь без дробаша не в радость. Блин, я испугался. Что-то мне очень стрёмно. Я не представляю, как здесь на экстриме это можно пройти. Окей. Шит. Давайте так сделаем. Почему этот персонаж такой тупой? Он не может нормально положить предмет? Я знаю, что бабка хорошо слышит. Почему он все кидает? Шитки — это хорошо. Если там будет провод, будет прекрасно. Так, мне кажется, нам нужно вернуться за дробашом, я заметил глину. Так, это будет очень сложное прохождение, если оно получится. Но поставьте сразу лайкосик, я ничего не обещаю, но все равно на харде это очень стрёмно. Чтобы вы понимали, там реально все заколочено в подвале, нам туда никак не попасть. А что там прозвенело там? Что, у них сломалась лестница? Это очень стрёмно, ребята. Нужно забрать дробаш и валить обратно. Дробашом как-то получше себя чувствую. В принципе, мы можем их вырубить на 30 сек, вроде бы. А можем ворона, хотя нет, они будут за нами гоняться. У тебя провод. Мы можем вырубить ее и пойти сразу к фонарю. Все. Сюда они не должны никак попасть. Можем заодно вазу забрать. Там колесо вижу. Будем через ворота, наверное, бегать. Что нам мучиться? Но они сюда никак не зайдут. На третий этаж. Не должны. Я вот не знаю, они на крышу вообще залазят. Так. Эй, ты что далеко полетел как-то? Чувак. Где они там? Мне прям странно. Опа, залезай. О, вижу дубину. А они вон за стенкой стоят, походу. Прям за стеной, смотрите. Она меня сквозь стену не убьет. Да не должна. Блин, манекен. А что, они бесконечно за мной адрес так будут? Залезай. Не хочет залезать. Манекен проклятый, а. Его неправильно уже затащил. Как вы думаете, если я спрыгну в лифт и побегу в сарай, они успеют меня догнать? Мне нужно наверх за дробашом, а в машине патроны. И вот что мне делать?
Они, походу, не хотят переставать аглиться на меня. Что ж я творю-то? Ну что, застрял? Ладно, было, не было. А, ё-моё, ну да. Ну, это без вариантов было. Они что-то не хотели. Короче, реклама была. Ну, это было без вариантов. Они бы все равно меня достали. Они не хотели переставать агриться на меня. Давайте сразу бежим сейчас на кухню. На кухне все время что-то есть. О. Ну, я же говорю, кокос, вепон уже нашли. Провод здесь у нас должен быть. Я не знаю, Адам либо гонит, либо реально он говорил, что бабка на экстрим реагирует даже на скрип, ребята, представляете? Скрипы дверей, когда открываешь дверь. Так, подожди, а кокос? Кокос надо взять. А, они уже открывали дверь? Смотрите, два камня. Подожди-ка. Так, все. Я боюсь, что бабка сейчас рядом. Давайте сначала откроем этот сарай. В принципе, пока все неплохо. Так. Пишем, 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 пишем. Сейчас бабка сюда придет. Так, сейчас в удобное место запись поставлю. Где дед? Ты чё, он испарился? Мы машину проверяли? Ключ от поезда. Блин, а чё мне делать? Рискнуть? На всякий пожарный. Блин, он тоже куда нам нужно. Он жопа. Замок. Из-за того, что я встал, он меня увидел через дырочки. Не надо было вставать, я дурачок. Четвертый день. Прогресс, небольшой, мягко говоря. Точнее, не мягко говоря. Да ну, чё она такая быра? Ладно, все уже можем сливать. Ну попробуй быть, а я чуть не думал, что она так быстро. Мама, видимо, значит, где-то на втором этаже спавнится. Или на третьем. Маловероятно. Кто-то идет. И ждем.
Слышу шаги. Только не сюда. Ближе. Да, ё-моё. Я не специально. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Всем пока, с вами была Тынка. Ну, мы попытались. Кстати, Константин, я это первый раз вижу. Ну, я его видел в роликах, но сам не повелся. Хотя нет, второй. Второй. Нас Гена съел. Не получилось, не фартануло. В следующий раз попробуем еще.